своими глазами. Меня зовут Танащук Татьяна из села Чулук Фалежского района. Мы привезли цветочный лесной сбор, разнотравие лесное и акацию. Также в ассортименте у нас имеются настойки прополиса, восковой моли, перга, пчелиный хлеб называется, еще пыльца есть у нас. Также имеются у нас вкусняшки. Мы сделали состав разнообразия из сухофруктов на меду. Вот такие вот прекрасные у нас имеются. Что туда входит? Расскажите. Что сюда входит? Здесь есть киви, сакура, чернослив, курага есть. Есть с инжиром, есть с орешками вот такое вот красивое тоже. Ну, также у нас, как вам сказать, есть еще соты в меде, есть семена тыквенные, очень полезные. Для чего они полезны, семена тыквы? Они для кишечника очень полезны, очень. Это вот. Потом есть у нас облепиха с медом, пыльца с медом. Так, что касается пчеловодства, в принципе, у нас все имеется, стараемся